Никто не знает, куда запропастилась Стелла. Я здесь! А? Что такое? Я не знала, что выбрать, и взяла с собой все, что было! Специалисты сражались с какими-то монстрами. И? Они как раз вернулись в Красный Фонтан. Все целы. Пойдем поздороваемся, пока мы еще здесь. У нас мало времени. Пожалуйста, пойдем. Между прочим, Блум, у Красного Фонтана нас ждет какой-то сюрприз. Ну ладно, поздороваемся и сразу в путь. Ура! Здорово-то! Скай, я так рада тебя видеть! Некс, я так скучала. Брэндон, ну и где наш сюрприз? Вот, полюбуйся. Ривен? Как же это? Что ты, интересно, здесь забыл? Мог бы и предупредить. Он появился из ниоткуда и спас нас во время этой миссии. Если бы не Ривен, те монстры из измерения Омеги нами бы пообедали. Он нас просто выручил. Так что мы решили принять Ривена обратно в нашу команду. От тебя столько времени ни слуху, ни духу, а теперь ты вернулся и даже не позвонил? Как всегда думаешь только о себе. Ривен изменился. Он уже доказал это сполна. Вам доказал, а мне нет. Муза! Муза права, Блум. Меня слишком долго не было. Я понимаю. Он стал другим! Радоваться рано. Нам вообще-то пора идти. Нас ждет важная миссия. Да, надо всего-то спасти Вселенную, как обычно. Ого, звучит опасно. Может, нам стоит пойти с вами на всякий случай? Вы уже удивили нас своим сюрпризом. Мы справимся. Но лучше оставь их, Скай.